Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня мы рассмотрим стакан термостойкий с ручкой 600 мл. Поставщик Чехия. Это очень удобный стакан из твердого стекла. В нем можно расплавлять мыльную основу или в микроволновой печи, или на водяной бане. Также имеются меры, выделенные белой краской. Очень удобно. Они незаменимы для мыловаров. А также можно в нем отмерять щелочную среду, кислоту и соль. Очень эффективный. Он не разбивается, когда падает, не трескается. Ручка удобная, можно ее взять полностью. Он не тяжелый, что очень важно. Большой, качественный. Вот так он выглядит. Вот такой. Вот такой глубины. Вот такой он. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!